Привет, Ютуб. Пора покушать. Ты только посмотри сюда. Я, говорит, стряпню не ем. Вон сколько набрал. Все есть лекарство, и все есть яд. Иногда можно. Ходили, нашли вот такой даниш. Это не какая-нибудь узбечка, шаурмечка. Это какая-то, как русская кухня. И будем здесь все пробовать. Ты посмотри вот на этот самса. Вот это, я понимаю, слоеная. Пицца. Пицца. Пирожок охотничий. Случайно увидел. Баба. Ромовая. И вот такой бутерброд. Смотри сюда. Почти гамбургер. Ну и захотели, что сделаешь? Вот ходили и захотели. Сейчас будем пробовать все это. Вот такая тема. Всем, кто кушает, приятного аппетита. От Любови Геннадьевны тоже. Теста много? Я, с вашего позволения, вот так сделаю, наверное. Пока. И укушу вот так. Вот, смотрите, что тут. Какое-то мясо, как будто. Что? По ценникам вообще лайтово. Не больно. Сочно, неплохо, я бы сказал. Не хуже маха даже. Пицца, которая нас преследует все время с тобой. Все время. Пицца. Ну, такое. Четыре мяса, вкусная пицца. Попить я чуть ничего не взял. Украду у Любови Геннадьевны. Всем, кто употребляет. Нормально. Вот. Во, блин. Очень хочу ее. Да мясо не укусил. Можешь ее разломать? Придется еще раз. Можешь ее сломать? Ну, разломи. Рассыпется. Сломаю все. Не могу сломать. Короче, сломал все. Но до мяса добрался. О. Из кусочков мяса, не как фарш делают, говно всякое. Так, хватит. Вот как надо, прям много лука, сочное и кусочки мяса. Тяжелый очень пирог. Охотничий. Там кто-то покупал, и девушка такая говорит, а мне охотничий пирожок. Я спрашиваю, он не с охотничьими колбасками? Она говорит, да, блин, я говорю, мне тоже надо. Что, кусать или отломать? Сломали. Вот тут еще что-то, видишь, что? Что там? Сыр, мне кажется. А если они упадут, то тогда мне это очень что-то. А, капуста, ё-моё. Выпью вещей, либо Геннадьевны. И начались ништяки.
Баба. Вот это я понимаю, баба, блин. И она как в возрасте, видишь, какая помятая. А сверху и седая. Помятая снизу и седая. Она как вот... Ее не знаю, как кусать. Весь рыл, весь рыл, наверное. А теперь облизывайся. Еще. Нет. Языка не хватает, прикинь. Ну все. Остался курник, или как он? Сочень. Сочень. А, со смородиной он? Да. Ну, блин. Я думал, это... Ну... Он не со смородиной, он с воздухом. Продавец воздуха. Ну все, чуть-чуть пиццы еще кушаю, все, и мы поедем с тобой. А это все сейчас Люба Геннадьевна будет уничтожать. Запей чайком. Я говорю, остальное Люба Геннадьевна уничтожать будет сейчас. Убирать. Тебя. Ну не все сразу. Дома доедим. Ну еще это был... Это был кто там? Обед? Да, 11 часов. Это был обед у нас с тобой. Нормально. Иногда надо русскую кухню посещать. Ну, хотя она частично русская. Тут всякие самсы, трусы. Трусы. Что собираешься? Рад, что забежал к Максу, посмотрел, как Макс ест. Ты же любишь смотреть, как Макс ест. И пьет. Полстакана чая высосал у него. Ты говоришь, чай будешь? Я говорю, не буду. Это я так не буду. Ну все, пока не скучай, я говорю, скоро Максим в гости жди. Как он назывался, этот питомник? Да мы с тобой больше по Богу, так мы всякие полонали. Даниш. Даниш или Даниш. Скорее всего, Даниш. Как Ваниш звучит. А, я сказал тебе, пока не скучай, я говорю, скоро Максим в гости жди. Береги себя и всех близких. Здоровья всем. Пока. По законам Архимеда, после вкусного обеда, чтоб киски не засорить, нужно срочно покурить на берегу любимого фонтана. Ну, просто посидеть захотелось. Понюхать фонтан. Морем пахнет. Угораю, конечно. Просто прикольно посидеть. Жопу поморозить. Там молодые женятся. Молодожены. Поздравляем их! Ура! Мы 10 лет назад тоже молодоженами были, типа. Театр опереты. Драма. Драма. Вообще люблю воды просто. Ну поели, надо посидеть, чтобы... Тем более, блин, я забыл тебе сказать, что только для тебя выпечку ем. Вот, блин, я же дома не ем ее, приходится есть для тебя, чтобы ты посмотрел, как Макс выпечку ест, блин. Тебе же вкусно смотреть, как Макс ест, блин, е-мое. Голуби, символы мира. Им кинуть нечего, ничего нету, блин. А, где-то хлеб. Сейчас мы их булкой покормим. Пока.